Я вам этот привез. Как это? Результаты. Ты что, бабнин, плачешь? То я это здесь сами. У вас три листочка. Вот, смотрите. Это общий анализ крови. Это общий анализ мочи. Также имеется биохимия. Биохимия – основные показатели. Общий белок, мочевина, креатинин, глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин, холестерин. То есть посмотрели, как работает ваш организм. Глюкоза нормально. Основные показатели. Все хорошо? Да. Мочевина, да? Мочевина – это показатель, один из показателей почек. Ну, маленько завышенный, да? Да. Совсем чуть-чуть. Ну, это в норме, то есть. Песок это УЗИ нужно делать. Бабнин, да со здоровьем у вас все хорошо. Прям даже не переживайте. А АСТ нормально, да? Да. Это от нервов? Ну да. Так что ни о чем не думайте.